Там был колодец Яков. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе и не в Иерусалиме будете поклониться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь. А мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от людей. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». И многие самаряне из города того уверовали в Него. Когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там 2 дня. И он пробыл там 2 дня. Еще большее число веровали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Слово Господне. Слава тебе, Христе. Сегодня